Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Елизавета Бурбат. Здравствуйте! Сегодня в эфире. В Витебске состоялось заседание Президиума областного совета депутатов 29-го созыва по вопросам медицинского обслуживания населения Северного региона, в том числе в сельской местности. 81 год на страже воздушных рубежей нашей страны. 337-й гвардейский зенитный ракетный полк готовится отметить очередную годовщину со дня образования. Мы не стоим на месте, мы развиваемся, развиваются вооруженные силы, и мы развиваемся вместе с вооруженными силами. Идем в ногу со временем, учитывая все современные угрозы. Работники коммунальных служб Новополоцка продолжают наводить порядок в городе после зимы. Ежедневно в городе проводится ряд мероприятий, направленных на благоустройство города, на наведение порядка после зимы. Перейдем к подробностям. Прошла неделя после кровавого теракта, произошедшего в Подмосковье. К сожалению, список жертв нападения продолжает увеличиваться. Посольство Беларуси в Российской Федерации сообщает о смерти Алима Кашеварова, уроженца Бобруйска. Мужчина помогал выбираться из-под обстрела посетителям. В какой-то момент его настигла автоматная очередь. Искренне благодарны врачам Московской больницы имени Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжело раненого белоруса. Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего. Посольство оказывает всю необходимую помощь, в том числе в транспортировке тела Алима Кашеварова на родину, сказано в сообщении посольства. Алим Кашеваров стал третьим белорусом, ставшим жертвой террористической атаки на Крокус-Сити-Холл. Главная ценность – здоровье людей. В Витебске состоялось заседание Президиума областного совета депутатов 29-го созыва по вопросам медицинского обслуживания населения Северного региона, в том числе в сельской местности. В течение 2023 года органы прокуратуры, Комитета государственного контроля, Межведомственная рабочая группа, созданная по распоряжению президента Республики Беларусь Витебской области, провели проверки и выявили ряд недостатков в сфере здравоохранения, в том числе в вопросах кадрового обеспечения, соблюдение санитарных норм и правил медицинского обслуживания сельского населения. Принята серия организационных и практических мер по совершенствованию организации оказания медицинской помощи населению области как со стороны Витебского облисполкома, так и на районном уровне. На президиуме областного совета оценили адекватность принятых мер, их эффективность и достигнутый результат. Определили ключевые направления дальнейших действий с органами местного самоуправления и руководителями медучреждений по повышению эффективности функционирования системы здравоохранения. Созданы сосудистые койки на базе неврологического отделения для оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Совершенствуется лапароскопическая хирургия, проводим малоинвазивные операции на органах брюшной полости и малого таза. ПЦР-отдел клинической лаборатории осваивает новые методы обследования. Это и вирус папилломы человека, и инфекции, передающиеся половым путем. За прошлый год затрачено нами более 700 тысяч рублей. Это укрепление материально-технической базы в соответствии с распоряжением главы государства. Отремонтировано 464 сельских учреждения. В 164 ФАПах организована система горячего децентрализованного водоснабжения. Проведен ремонт системы отопления в 21 учреждении, именно в ФАПах. Ну и оптимизирована, скажем так, система водоотведения в 31 организации, именно в ФАПе. Это позволило, конечно, значительно улучшить вот это материально-техническое состояние. Члены Президиума областного совета депутатов отметили, что благодаря совместной целенаправленной работе организаций здравоохранения и местного самоуправления ситуация в системе здравоохранения изменилась в лучшую сторону. Необходимо двигаться вперед, повышать доступность и качество медицинской помощи. Для защиты наших границ с воздуха несут службу зенитно-ракетные дивизионы. Вот уже более 80-летий часовые неба 377-го гвардейского зенитного ракетного полка стоят на страже, охраняя воздушные рубежи нашей страны. И даже спустя 81 год со дня образования войсковой части основная задача полка все так же остается неизменной. К слову, 31 марта полк отпразднует знаковую и памятную дату – день образования войсковой части. Подробности Ангелина Лазовской.
История 377-го гвардейского зенитного ракетного полка начинается в далеком 1941-м. Изначально образованный как истребительный авиационный, он принимал активное участие в Великой Отечественной войне, который после окончания Сталинградской битвы стал нести почетное звание гвардейского. В послевоенные годы подразделение базировалось в Ростове-на-Дону, и лишь в 1960-м часть была переформирована в 377-й гвардейский зенитный ракетный полк и отбыла на новое место дислокации в Полоцк. С этого момента военнослужащие полка бессменно несут боевое дежурство в Предвинском крае. Особенностью сегодняшнего дня является то, что полк прошел перевооружение на зенитно-ракетную систему С-400, готов к перевооружению. Наш полк планируется также усилить зенитно-ракетными комплексами ТОРМ-2 и Панцирь С-1. То есть мы не стоим на месте, мы развиваемся, развиваются вооруженные силы, и мы развиваемся вместе с вооруженными силами. Идем в ногу со временем, учитывая все современные угрозы. Полк – это не просто воинская часть, это сложный и отлаженный механизм, который круглосуточно охраняет воздушные рубежи нашей Родины. Для чего здесь созданы все необходимые условия, чтобы качественно нести службу? Служба мне в целом нравится. Очень много чего интересного, много интересной техники. С нами постоянно проводят занятия. Пострелять, побегать, заняться физкультурой, так сказать. Здесь можно. И много чего для этого сделано, чтобы солдаты развивались. Хотелось бы пожелать всем военнослужащим, в первую очередь, не бояться воинской службы, потому что каждый мужчина в наше время должен уметь защищать свой родной дом. 31 марта полк отметит очередную годовщину со дня образования. Уже более 80-летий личный состав воинской части успешно справляется с поставленными задачами. Кроме боевых дежурств, военнослужащие сегодня занимаются еще и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Так, в сентябре прошлого года на базе 18-й Полоцкой школы при участии 377-го гвардейского зенитного ракетного полка открылся профильный клуб «Ракетчик». Нас тут и тренируют, как что говорить командирам, либо старшим по званиям. Нас тренируют разбирать, собирать автоматы, и не только. Еще скоро будет летний лагерь, и там будет, он будет длиться 5 дней, мы будем жить в военной части, и будет, нас будут учить стрелять с оружия, как нам сказали. В преддверии праздничной даты на плацу части прошел митинг, в котором в том числе приняли участие юные ракетчики. Здесь наиболее отличившимся воспитанникам клуба в торжественной обстановке вручили погоны. Товарищ гвардии полковник, воспитанник Панкратич по вашему приказанию прибыл. Погоны. Спасибо за клуб. Ангелина Лазовская и Сергей Залынский. Телеканал «Звезда». Долг военнослужащего – выполнять поставленные боевые задачи и защищать Родину. Эту клятву произносят все, кто решил связать свою жизнь с военным делом. Каждый обязуется до последнего стоять на охране мирного населения нашей страны. Порой даже ценой собственной жизни. В годы Великой Отечественной войны немало военнослужащих пожертвовали собой, чтобы очистить нашу землю от коричневой чумы. Другие не раз смотрели в глаза смерти. О двоих из них – Константине Заслонове и Александре Покрышкине, рассказывая в новом выпуске проекта «Героев улицы». Июля 1941 года немецко-фашистские захватчики подошли к Корше, крупнейшему железнодорожному узлу на пути к Москве. Константин Заслонов, работавший тогда начальником паровозного депо станции Орша, эвакуировался в Москву. Однако вскоре по личной просьбе направился с группой железнодорожников в тыл врага. Линию фронта во главе отряда из 40 человек пересек 1 октября 1941 года. Но до пункта назначения Орши дошли лишь пятеро. В ноябре 1941 года Заслонов поступил на работу в Оршанское депо начальником русских паровозных бригад и создал подпольную группу, которая развернула активную диверсионную деятельность. За 3 месяца подпольщики, применяя мины, замаскированные под уголь, произвели порядка 100 крушений поездов, столько же на их счету подорванных паровозов, что существенно тормозило оперативные перевозки противника. В марте 1942 года Константин Заслонов со своей группой покинул Оршу и создал партизанский отряд, который к июлю вырос в бригаду «Дяди Кости».
Летом и осенью 1942 года эта бригада вела активные партизанские действия, осуществляя рейды в районе городов Витебск, Орша, Смоленск, где проходили важные коммуникации немецко-фашистской группы армий «Центр», уничтожила большое количество вражеских солдат и техники. В октябре 1942 года Константин Заслонов был назначен командующим всеми партизанскими силами Оршанской зоны. В ноябре этого же года Заслонов погиб, когда гитлеровцы атаковали штаб партизанского отряда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм Константину Заслонову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Не на земле, а в небе с гитлеровскими захватчиками воевал Александр Покрышкин. Обучению военным полетам молодой человек отдал практически 7 лет жизни, несмотря на все препятствия и сложности. В 1939 году лейтенант Покрышкин вступил в ряды 55-го истребительного авиационного полка, в составе которого он и встретил Великую Отечественную войну. Уже 23 июня 1941 года Покрышкин открывает счет своим победам, уничтожив в воздушном бою в районе реки Прут вражеский истребитель. В течение последующих месяцев в полосе действия Южного фронта отважный летчик сбивает еще несколько самолетов противника, активно участвует в штурмовках вражеских войск и ведении воздушной разведки. Свои первые медали Героя Советского Союза командир эскадрильи 16-го гвардейского авиаполка гвардии капитан Покрышкин удостоился 24 мая 43-го за многочисленные победы в небе над Кубанью. Во время ожесточенных воздушных сражений в полной мере проявился его незаурядный талант летчика-истребителя, новатора тактики воздушного боя. Вторая золотая звезда украсила китель Покрышкина в августе этого же года. Третью он получил спустя год, в августе 44-го. За годы Великой Отечественной войны Покрышкин выполнил более 600 боевых вылетов, принял участие в 156 воздушных боях, официально сбил 53 вражеских самолета лично и 6 в составе группы. Президент США Рузвельт отметил, Покрышкин, несомненно, самый выдающийся летчик Второй мировой войны. Сегодня имена двух героев Советского Союза Константина Заслонова и Александра Покрышкина носят военное формирование, учреждение образования, судно, поселки, скверы. Фамилию Покрышкин сегодня носит даже малая планета номер 3348, а еще улицы. По сей день дома на улицах Заслонова и Покрышкина в Полоцке несут память о героях. Традиционно по окончании зимы все жители нашей страны подключаются к наведению порядка на земле. В нынешнем году ранняя весна позволила приступить к этим работам раньше, чем обычно. По всей Беларуси работники коммунальных служб приводят в порядок городские парки, освежают фасады зданий, проводят ремонт дорог. В Двуполоцке также развернулась масштабная кампания по наведению порядка. Подробности в нашем следующем материале. Окончание зимы – время, когда все белорусы наводят порядок на земле. В нынешнем году погода позволила приступить к этой работе гораздо раньше. Обновление фасадов зданий, ремонт улично-дорожной сети и малых архитектурных форм, уборка городских территорий. Работы по благоустройству начались, как только сошел последний снег. Сейчас на каждом шагу в городе Новополоцке кипит работа. Несмотря на дождливую погоду, коммунальщики не сбавляют рабочий темп. Ведутся работы по уборке и подметанию прибордюрной полосы, тротуары выметаем. Убираем и вывозим оставшуюся прошлогоднюю листву с газонов и мусор. Ведутся работы по озеленению города. Уже приступили к уборке, облагораживанию
и подготовки к высадке цветов цветочниц и клумб нашего города. Работники коммунальных служб города уже успели высадить ранее цветущие растения в районе перекрестка улицы Калинина и Молодежной, а также на площади строителей. Планируется установка новых цветочниц. Около знака «Я люблю Новополоцк» жители в скором времени будут радовать цветущие тюльпаны. Прямо напротив ремонтируют лестницу, следом начнут восстанавливать лестницу в парке культуры и отдыха. Пристальное внимание коммунальщики в этом году уделяют ремонту городских дорог и проездов. В данный момент производятся работы по ремонту улицы Блохина, район автовокзала, до нового корпуса ПГУ и далее спуск скоростной автодороги. То есть будет заменено покрытие полностью асфальтобетонное на новое. После чего мы приступаем к работам по улице той же Блохина в районе старого корпуса ПГУ и далее улица Молодежная. Также планируется скоростная автодорога, заводской проезд. Продолжительность дорожных работ будет зависеть от погодных условий. Без внимания не останутся и прилегающие территории. Заменят бордюры и продолжат устанавливать светодиодные лампы. Анна Сморчкова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». В Беларуси продолжается чемпионат страны по футболу высшей лиги сезона 2024. В первом туре новополоцкие футболисты встретились с гродненским «Нюманом». Стартовая игра не оправдала надежд болельщиков, но не отвернула их. Фанаты новополоцкого футбола продолжают всецело поддерживать родную команду и желать им многочисленных побед в будущих играх. О них, к слову, в том числе шла речь в ходе традиционной встречи футбольного клуба с болельщиками. В нынешний раз диалог особенно своевременный и нужный. В связи с изменениями в команде и в целом в футбольном клубе важно обсудить все тонкости и нюансы, познакомиться с главной аудиторией для любого спортсмена – фан-базой. Мы понимаем, насколько значимо и волнительно для нашей команды, для тренерского штаба. Я думаю, и для болельщиков встретиться лицом к лицу, так, друг к другу на сцене, в такой неформальной, более-менее неформальной обстановке, и обсудить насущные вопросы, которые действительно волнуют как болельщиков, так и наших спортсменов. Говорили в ходе встречи и о планах на чемпионат Беларуси. Здесь задача минимум – закрепиться в середине турнирной таблицы. Максимум – попасть в тройку лидеров сезона. Активно приступить к выполнению поставленных целей новополоцкие спортсмены планируют уже 30 марта. На искусственном поле стадиона «Атлант» наши футболисты встретятся с борисовским «Батэ». Начало матча запланировано на 14 часов. Особенно ждут здесь болельщиков. Их поддержка обязательно приведет «Нафтан Новополоцк» к победе. В завершении выпуска еще немного информации. 31 марта католики Беларуси встретят один из важнейших христианских праздников – Пасху. В костелах страны уже начались праздничные службы. Освящать пасхальную пищу и проводить богослужения будут накануне и в саму Пасху. Разделить радость от встречи светлого Христова воскресения приглашают и новополочан. В костеле Пресвятого Сердца Иисуса Христа в воскресенье 31 марта отслужат святую мессу. Она начнется в 10 утра. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам из телекомпании ВНТВ. Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. Продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Военнослужащие зенитно-ракетной бригады снимают вооружение и военную технику с хранения. Часть сил и средств бригады уже выведены в назначенные районы и выполняют задачи боевого дежурства. Также осуществляется прием в строй военнослужащих запаса. Стрельбы из вооружения танка Т-72Б выполнили гвардейцы столичной механизированной бригады. Мишени поражались управляемыми ракетами. Разведка цели и оценка результатов стрельбы осуществлялась с помощью квадрокоптера. 52-й поисковый батальон приступил к раскопкам после сезонного перерыва. В этом году они запланированы на 123 объектах в 48 районах Беларуси. Также военнослужащие продолжат работы в рамках расследования уголовного дела о геноциде в урочище Уручье Минского района.
Польше остановили все военные учения после гибели 5 солдат. Ведомстве намерены пересмотреть меры безопасности во время тренировок. В начале марта во время маневров Dragon 2024 гусеничная машина насмерть переехала 2 солдат танковой бригады. Еще 2 офицеров-саперов погибли в ходе тренировки с подрывом тротила. На днях во время учений в горном районе травмы, несовместимые с жизнью, получил еще один польский военнослужащий. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звезда». До встречи!